РЖД в февральские праздники запустят больше 200 дополнительных поездов. Это связано с увеличенными выходными. Мы отдыхаем 4 дня. Ожидается, что пик пассажиров придется на 22 и 26 февраля. Компания выделила несколько десятков городов, в которых трафик предполагается особо интенсивным. Среди них есть и Ульяновск. В наш областной центр направят не только дополнительные составы, но и увеличат количество вагонов на привычных рейсах.